Game Mood. Привіт, друзі! Ми продовжуємо запис The Last of Us, серія номер 2. Погнали! Go! Так, ідемо за твоєю. Що тут, дивись, якісь бомжі возле этого, возле бака стоять. Давай потрендим, да? Так. Відправляють на общественные работы за кордон. Ага. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Ну иди уже. Так как ускориться в этом? Это типа какая-то... Это... Место загорожено, да? Да, это же типа карантинная зона. Граждане обязаны носить с собой удостоверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Иди сады пшеницу, тут еще раздавать должны. Ага, попривыкали. Ага, раздают. Сейчас я раздам тебе, знаешь? Не унесешь. А ну-ка иди до солдафона. Можна запитати? Отойди! Ого! А то що? Що буде? Ага. Син ти наваляє. Я понял, у мене немає оружия. Один на один, без оружия, слабо, без палки. Похоже, зараженных все больше. Ты что натворить? Значит, больше людей бежит отсюда. И нам треба тоже, и мы бежим. Все отсюда тікають, типа, да? Ой, какая прическа. Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Держись спокойно. А Дия е? Дия? Не, Дия есть, телефон. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Ого! What the fuck? Выходите, марш! Закрывай! Пожалуйста, пропусти, пожалуйста. А, цикады. Окей. Верхний правый. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Ага. Вот тебе и легкий путь. И что такое? Кровь? А что с кровью? Порізався, коли брився. Вверх. Крести. 2000 years later. А. Ага. Це нижній правий. Держать. А. Тепер. А, то ліве. Тепер всі пропускні пункти закроють. Ага. Нужно обойтись снаружи. Будь ласка, задонатьте Колі трошки, щоб він записався в школу лівого правого направо. Сіною солома. Я була там. Як там восточний тоннель? Нормально. Тільки що оттуда. Патрулей нет. А ви-то куди? В гості к Роберту. Це вони якимись мутками йдуть, да? А хто ще пишуть? Марлін. Вона пыталась його найти. Марлін? Рибка. А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше, цикад. Что-то тут не то. Подковерни. Или не бежишь? Не. Это мы. Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Шо? Джоэл, помоги. А, он за шкафом. Телевизор, видите, все дела. А ну-ка, спокойно. А закрые кто? Да вин закрыет. А то и в кепке, да? Да будет свет. Да.
Генерал. Генератор. ПД справедливо. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Канализация. Берем снарягу. Ага, наши вот рюкзаки никуда не делись. Слава богу. А мені щось буде? Ну хоч пушечку якусь маленьку. Та твоя пушка в твоїх штанах. Пушку дай, кажи. Ти що її толкнув, а ну повернув ще раз. Я, свою, реагує. Я свою пушку в штанах їй показую. Що робим? Та йди в дирку. Дівчатку, в її дирку. Ж дирку в її дирку. Вони ж туди прийшли наче, ні? А ну подивись, вона за тобою йде? Ні, значить не туди. Полізла. Вона там десь якась мутка є, подивись. Воно двері зліва, ні. Все, виход же, ти дебіло. Ні. Ну там завалено. А от це? Досочку ту важко підняти. Думаєш, а ти пробуй? Коли? Лопата, може копати треба? Це, мабуть, сюди. Ей, Джоел, наші рюкзаки здесь. А, ти не взяв рюкзак, мабуть. Шляпа, блін. А, де вона брала? Я ж кажу, де ми? Де рюкзак? Де рюкзак? Джоел, ти взагалі дебіл. Де воно, ствол лежить, блядь. Ти ж просив нас. О, спасибо. Опа. Берета. Дай кади, забери. Потом нахмало. Ну, так не промахивайся. Логично. А если не стрелять, вообще, блядь, просто не сижу. РТ перезарядка, жми РТ. Ну, ковбой, подсади меня. Я себя подсажу. Зараз будут сцены сексуального характера. Уберите от экрана детей. А не, просто подсадить. Руку. Лё, вона його витягне? Какой, какой. Хороша така мотурна жінка. Так. Здорово. Лех, 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 лех. Готово. Осторожно. Пошарься за щось. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Подлог. То есть она там трендит, да? Ну, типа знает. Давно я здесь не был. А я как давно? А я вообще не был. Ты же знаешь, какой я романтик. Да, уж знаю. Романтик еще твой. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Куда лист? Покажи, куда лист. Вот сюда, а, вот да? В дырку. Да. Лестница, лестница. Это не лестница, а дробина. О, я считаю, что за лестница? Есть. Супер, на тащи. На фопишер. Ой, центр тяжести. Хорошая такая. Ага, дебел, алюминий, легенький. Ну что, если не так несе? Как он вообще выжил? Он не может лестницу вынести. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Нет, да. Ну есть одна. Сюда. Да. Бухай, гамно где-то рядом. Теперь вниз. Главное не вступить. R3. Где это R3? Так, это уже... Как фонарик. Нажми, нажми. Правый низ. Надеюсь, правый ради шрифт, его нажми. Же блага. 2000 years later. Сложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Таблетки, да, хорошо. Он с пустыми руками не приходит. Будет чем заняться. Ага, таблетками с патроном. Главное, перепутать. Стой, скорая. Фильтрующие еще, да? А как у меня споры были? Глазами побольше. В прошлый раз все было чисто. А вы все бачишь? Ну, взялись откуда-то. Бач? Будь начеку. Все бач? Да бачу. Странно, да?
А у нас повітряна тривога. Да. Ми в укритті вже опять. Ну дырка справа. Присядь, пожалуйста. Ты же очима дивись, а не хлебальником об стены трясся. Он что-то подивиться, дивись. А вот и виновник. Шо, а, трупа. Тут свежий. Тут может быть опасно. А она разбирается такая. А он свежий. Здесь должны пролезть. Ты цел? Да. Техника безопасности на первом месте. Осторожно. Идем. Сюда. Ой, как хорошо. Тише. Смотри. Помогите. А как мне помочь? Маска сломалась. Не хочу превращаться. Ну, придется. Не бросайте меня. Ты что задумал? Да ладно, дашь к ним? Поподыхай. О! Снипер, блин. А у него нема ничего? Есть. Маска сломана. Из-за раз. Можно дить. Да. Ты сюда. Ага. Ты куда? Пошат, может пошат. Куда она идет? Да куда ты? И ты, по-моему. Не, она наоборот от меня. Не хочет подивиться на мой пеструнчик. И что? О боже, куда идти? Куда мы пришли? Что делать? Заблудились конкретно. Два шага назад, два шага вправо. А вот это что так? Тут что-то по-любому. Там же на патроны, я сказал, да? Да, это патрон. А скотч нафиг нельзя взять? Он подсвечивается, значит нельзя. Это так в житті было. Это просто. Підсвічується, бери. Підсвічується, не бери. Так, тепер де? А, тут. Куди йдемо? Стара, чи як це? Ну туди в дирку. Присядь. Отак, да? Оу! Слышиш? Що делаєш? Що делаєш? РБ напис. Правий верхній шип. Ось що ти можеш слухати. Сзади подкрадайся. Игорь. Бросит. Это типа режим стелса, да? Ой, який красивый. Ой-ой-ой. На соседа похож. Кто-то еще РБ наш. А ну, подиви. Бачиш? Когось хавали. Може хвонарика? Там вони не бачать. Кошмар. Угой, двоє, що робити? Ну одного захватую, а второго будеш добивати. Ого, а цю... Ой, не пийте, хлопці, мене губить. Я ж на барабані граю. Ну, це все. Спасибо. Надіюсь. А сказати, який ти красавчик? Ну, тоже зараженных людей валить кулаками, так себе идея, да? Ну да, по зубам. Это же равносильно, что он тебя вкусил, блядь. Так бы рукавицы взял. А есть? Это кухня, он кофеек сделаем. О, на. А что-то на столе валяется, аптечечка. Ага, о, это бинтик, наверное. О, чик-чик-чик. Это ты сделал? Чик-чик-чик. Так. Я что-то. Куда? Куда? Ну, куда? Куда? Куда, я думаю. Это я завалил ее. Это мы сюда пришли. Ну да. Значит, нам сюда. Сюда, наверное, да? Ну, вот. Наверное. Так. Цікаво. Так ми вроді отсюда проходимо. Разі? Ні. А, сюди. Ні. Точно? Ти як знаєш? Мені що підказує. Хто? Суфльор, блін. Ага. Фонарик виключить. Так, отак. Виключить.
Кисловрот. Вот за что я люблю природу. За шо, бля? Просто менше їж гороха, і все буде нормально. Так закажи біло, освіжителі воздуха. За вкусом гороху, вонючого гороху. Сам знаєш, вони в нього просрочені. І воняють так же саме. Прикольно, коли світло, коли темно, взагалі не прикольно. А ще коли страшно, це взагалі коротко. Ну, бачите, гранату не показує. О, слава Богу. Я думаю, нахіра ти всієї грі? Ага, так, я без тебе розберусь, іди сюди. Сюда. Сюда, да? Ладно. Говорил. У мене, наверное, найти доску. Пока все логично. Та там цемент лежав, забетонірує з мост. Це довго. Бострий мост. А, точно, Майнкрафт, давай. Я правильно йшов чи ні? Там вниз. Вниз, в яму. Бачу, все. О, бачу, яке бистенько. Оп, оп. Там якусь, наверное, доску. Отут. Та ми сюди прийшли. Та доску найди. А я ж тобі вже мотаю. Тут, наверное. Ой. Поломав ногу, я не буду. Game over, прикинь. Это доска. Знаешь, здесь наверху. Хере ты слухать будешь, как всегда. Все, доска не подходит? Та не мала. А поддончик ось, не, сатибе? Не-не-не, іди по вулогу. Тут пізде яма. Пізде, бля. Де-де-де то яма? Я думаю, що вона десь внизу. А може туди спри... Ні. А, подожди, доска упала, значить вона там не лежить, блін. А як туди... А, усе ж ти, йох, бабай. Подивись вниз. Воно, бач, валяється на полу. Ей, передай мені ту доску. А, це просто... А, ти мені не казав, що так можна робити. Найти ціль. Як їй так давати? Ну-ка, передай мені. Подивись уверх, Роман, де вона. Іде! Ну, справді. Ти десь спряталась. Вона тяжела. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Лиственница. А, вылез. Теперь сюда, сюда, сюда. Вылазим, вылазим, вылазим. Где, где? А? Сюда? Как его же? Не знаю, попробуй. А, это опять, типа, вот так. Может, тут что-то есть? Пойми на план. Туда вверх. Вот так, да? Блядь, Вадик, чуть не сбил. А теперь бери цемент, кирпичи и погнал. Уже близко. Ой-ой-ой, я боюсь высоты. Ой-ой. Уже близко, подожди, пока будет слизко. А как балансировать, так, вот так? Да просто иди. А, вот так? Нахера себе так? Это, наверное, на важком уровне. Треба так балансировать. Проверим, нет ли рядом солдат. Побачили ворожу технику чи російських солдатів? Повідомте про це через чат-бот «Є ворог». Нема солдат, все. Вылез. Что, взялась? Опа. Закрой. Рот. Бери патроны. Ого, патроны 4 штуки. Давай, конечно. Что там за зарядка? А, подожди, это так. Я не могу. Че, пистолета не могу. А как ее вытянуть? А видать, ще по сюжету сам? Нельзя. А хто вони такі, щоб мені запрещати? О, якісь діти. Убедись, що там чисто. Це садик. Ні солдат, ні людей Роберта. Убирай. Ага. Убирай після мене. Щось йому дала. Литку Альонки. Похоже, він нас ждет.
Ну, тем интереснее. Да нормально было. Вот так в лицо. Ну что, пошли. А что, Эндав знает? Эйтес, Эйтес! Эй, красотка, какая вещь! Эйтес, Эйтес! Сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Наркоман! Это моя девчина. Понял. Только не надо злиться. Хорошо, ладно. Рассказал. Собачки. Что дальше? Что, да? Кто главный из вас? Ты? У нас ждут тебя. А, вот это ты, наверное, да? Убей. Тесс, давно не виделись. Я не Тесс. Да сзади он. Ну иди дай. Пора. Ну что ты так смущенно себя почуваешь? Не минжуйся, иди. Да, да. Твое дело, проваливай. А если ударить тебя? Иди прямо. О! Ну, там мочит. А, вот это самое главное. Ты? Куда попёрся? Малик, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Спасибо, Бабе, за победу. А чё вы на ней прости, мэна, просто прощения? Ага, ты, я что, пустое место? Ты меня нагрубил! А сейчас можно ударить, пожалуйста? Тесс, один раз вообще. Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Ну, то, что не старый, я бачу. Так, ты сюда? Ты все, членчик. А, ряд. Ну, подивись на мене. Я ну, похер уже. Або направо, або наліво. Або назад. Ну, на стоїть щось жде. Та не ви. Ага. Каже, в мене рука яка. Відросла. Он тут був? Да, недавно. Он на верфі. Туда пошел. Вершся там корабли строй, да? Пусти! Сейчас будем строить корабли. Казаки, помнишь? Грал, грал. Началось. Распочалось. Опа. Опа. Лысый хер. Горы, бля. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. Хорошо. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу. Я без Роберта с места не сдвинусь. Это, во-первых, сука, я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь. Епикай, мадапака. Пригнитесь! Готов? Да готов, да я. Нормально так побавал. Как займись мне? Дай пистолет, да, вот так вот так. Ага. Ага. Так, ага. Ой! Баню стреляй. А я ходил. А он не стреляет мечи. Там он уже давно, а я тебе приехал. Ах ты курка. Шо? Но. Да. А? Я где ты? Перезаряжай. А? Молодец, так, ковбой. Молодец. Ты тоже. Ты тоже ковбой. Ну она такая общительна, да? Да, Димка. Не, у меня словарный запас, короче, вообще. Я тоже так ходит до начальника, кажу, дай отгул. Не, я такая, да ну нахер. Доступный. Будем вмещаться, прекрасно. Три патрона. Нема патронов. Пошарься, может, что-то здесь есть. А я вот еще хочу. Патроны есть? Ага. Ой, башки нема. Эффектно. А то что, яйца? Да, в нем? Ну, в коробке. Да, полезай. Молоко і яйця, да, по-моєму? А, ті яйця. Вони моголь-моголь колотили ті. А тут прийшли їх розвалили. Хрощі. Нема, коротше. То в тебе три патрона, то должен чоловік 50 увалити. А, це зараз вони отак от ряд як виставляться. Да, попроси їх, щоб вони в ряд ставали. А ну може, да, один за одним. Шикуйсь! Як її звати? Цара, ні? Чес, Тес. Тес? Да. А, чай. Як чай, да. Ей, шо? Подсади. Опять эта эротическая фантазия. Подсади. А как я подсади? Оно... А, why?
У! У! Тисни У! Так тисни, тисни. Та нажми вверх, подивися. Закрий свій рот, бачу. Дебіл, да? Дай руку. І надо повис, не, щоб допомогти. Да, як сосиска, блядь. Все, йде. Сейчас я їх завалю, чесно кажу. Мені цікаво, що у нього рюкзак, в рюкзаку одна аптечка і три патрона. Рюкзаку ім'я. Все, зарядиш. А прикинь, короче, ти береш цей пістолет, тебе розрядився, і ти в цьому большому рюкзаку считаєш три патрона. Шукаєш три патрона. І? А, що ти пристроївся, дивишся, дирка справа. Ти не ту дирку шукаєш. Я в ту дирку хочу. Больше, ще й збольше. Тугесенько хотів. Оно, дивись, тихо. Ховайся. Ховай. Люди Роберта. Да, я їх вижу. Три патрона, да? Откуда ти знаєш? Твоє наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Откуда вони вже знали? З Джоелом вот-вот прийде сюди за Робертом. Охренеть. Ах, зря ми взялись за эту роботу. Увольняйся. Что? Надо рассредоточиться. Надо за них возьме цього, да? Так, ты погнали. Я вам сейчас розвернуться, да? Пошли. А у тебя же нога поламана? Да. Остеопороз, чи як? Ще до начала игры поламали. Чусь барахлить коліно ліве. Ну, подвога моя тільки прицепила, блин. Так, а ну тебе щось є? Не знаю, можна в вікна нырять, воно та стоїть там. Вікна, наверно, присісти желательно. Я думаю, да? А ну, тут патрончик. І отут до баби йде. Та на мене дадуть. Та в мене три патрони, ти ж бачиш? Ну і що? Це гор. Я думаю, що ти... вона туди біжить, а тобі треба... А що вона сказала? Включи оце звук, звук. РБ. О, от бачиш, вона. Чи ні? Це вона. Це вона. Тебе один, мені другой. О, поняв, тобі один, мені другий. А, говорят, во всем городе так. За них круто взялись. У меня там брат. Ага. Что, стрелять? С твоей стороны обійде ззади. Хочет мир спасти. Степан Иванович. Микола Дыркович. Дырковичев. Тут я как-то подогнал. Ризикну эти хаты на телевизор. Я думаю, що не нахуй. Тут є рана. Де? Ти можеш. Як можеш побачити. Ну що? Да ладно. Я вхожу всегда через двери. І не прыгаю, і не вибігаю через окна или через какие-то другие. Бачите, вони дебіли, блядь. Ну, обдолбані, нажимай. А то, чому? А бачив, вона їх ріже. Во, я теж так хочу. А ти їм шепчеш там щось на вухо. Включи, іші, іші. Ти моя рада. Так, тебе ж. Давай смотримся. Єсть. І сразу перезарядиш. Отак, да? Як скажеш, шех. Так, поїхали. Де він, де він, де він. Фізичка, так? Ну, мені не надо, не? Надо. Надо. Що, я зарядив? Аптечечок багато не буває. Оп. Щось вона постаріла, так? Да? Я б з нею не замутив би. Лучше б сам би свої справи робив. Ми перенесли ящики на южний склад. Все припаси под замком. О, бутилочка. Давай ще раз все осмотрим і пойдемо. Скоро комендант сейчас. А як же Роберт? Кем он сьогодні? Же Роберт. Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. А, он сейчас расшугает. Ну, я бачу, что да. Вот ты. Что можно войти? Подожди, там другие разъедут. Я ее сюда занесу. Теперь вали. Если ты не в патроне, я еще буду... Да на что тебе вообще эти патроны? Ходишь, всех душишь, то и все.
Гусят. Душегуб. Так зачем вы мені теж це, да, дівчина? Душа заглушив собі. Так, а де вони розійшлись? Так. А, я ж собі. Кстати, а що там влево, якщо піти? Ти думаєш, на нас піти? Може там якийсь сяд? Хесень. Хтось дадуть. Диви, тут мутус. Іди налево. Нельзя, я моя жінка не зрозуміє. Ну, слухай, Вадіка, дальше ти наоборот. Сюди мене слухай. Що ти ходиш за мене? Що ти? Іди щось роби сама. Я тут посидіти, поки їх завалиш. Так. Ні, не надо. Так. Іди наліво. А нема якоїсь мазі йому ногу помазати, бо щось не ходить так погано. Де я схватить і засунуть за ящик. Просто будь. Ай. Підсвічуємо асасін. Ти бачиш? Ні, я думаю наверху. Наверху. Чи... Ну, наверху. Походу треба на лестницю йти. Один. На вулиці. Там наверно ще десь. У мене питання. Що робить ця курва? Де ти? Що ти стоїш? Мадам! Мадам! Бля, стоїть, втираю я тут. От там наверху, йди бий, я вже двоїх убив, все. Це звук. Мені страшно. Ти не страшно? Так, я пішу. От так з тобою роби діла. Я тільки страшно буде, я піду. На першому скачку зальється, редиска, нехороший чоловік. Буду присідати і слухати. Це не слухати, це ж... Оба, воно стоїть. Ззаді, 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 поки він стоїть. А, чекай, я тебе думав, ззаді біжить. Воно! Та я бачу, думав, ззаді ти біжить. Це мега медленно йде, да? Тут тихо, да? Ой, я ще пінка. 2 hours later. Та мале, що ти му? Чи ти здівайся? Ти походу отруди. Я хочу спрятати. О, тепер я можу валити. Бачиш, ніхто не побачить, що він тут лежить. От надо. Хорошо, що ти тут. Он опилає тим. Плохо. А як він узнав? Я так оце прорабатувався. О, а ти кажеш, що вона не робить? А, вона просто патрони їхні лови, поняв? Стріляй! А, я його так. На. Контратака. Блін, я не тут. Ігрик налажав. А я понял. Контрнаступ. А, він ще в заложники здається? Да, ти тільки не нервничай. Спокойно. Мощный удар. Спокойно. А, ну, можно и так. Да. Короче, заложники він не бере. Нужно было взять больше людей. Воно лишняя морока. Яких ещё да, людей? Ты прав. Надо сделать было детей. Ой, людей. Да ещё ж будет, вон там. А ты здесь разберёмся. Да, нормально. Нормально, ты даже патронов не потратил. Вообще, мощь. Вот сейчас выстрелишь до сих в стену. Сейчас мы уже завалы. А я тебя, Жиза, Жиза! Хочешь выпустить кому? Тисни У, тисни У. У, кума, виходь! А чого вона хоч би придержала? Сам справився. Кобиляка. О, от тобі патрони пригодяться. Оце хто? Блядь, хто ходить? Оце Роберт, да? Лівандовський. Футболіст. Хто знає, в футболі знає, що таке Лівандовський. А Вадик, блядь, ти пізний спортсмен. Ти почув це? Так, що тепер? Давайте по-тихому. Грози вже давно не приходять. Обозначимо цілі. Спочатку ми потеряли агентів. Думай, башка, ты что тут сидишь? Я тебе говорю. Вообще непонятно, с кем. Вертайся до дома. Я не знаю, я пішов би правее, бо там нікого нема. Надеюсь, он хоть держит слово.
Да. Ну здесь забыл, что там бежит. Ой, опять я промахнулся. Говорю тебе, это из зоны крышка. Нужно выбираться отсюда. Вот там здесь, да? Ты спятил. Идти за стену самоубийства. Контрабандисты ходят и ничего. Да, мы ходим. Что тут будет, когда припасы кончатся? Ты бачишь, что за ассасин поломался? А ты бы вообще не заметил. Так и ты... Тебе конец! Ага, так. А тебе начало! Ну, стреляй! Давайте по-тихому. Так. Тут полно. Он новый, короче, лазит там, так, да? Вот так уж обидный, бачите? Кажется, немає слуха, він тупо стоїть. А чого вони сильно? Потому що їх видно, понял? Вони, наверное, коли їх не видно, то їх прозвонять. Надо сразу, короче. Да. А так я б тоже саме завів. Палку возьму, я тоді взяв палочку. Палку-махалку бери, палку-махалку, палку-мішалку. От тут, от там, за контейнер. Контейнер. Ага, ось у мене, подожди. Я тобі, блядь, місце асасіна буду, блядь. А ще нема? Я не знаю. Були. Ну, вже мінус два. А їх скільки було? Я бачив чотирьох. Ще балки. А ну, асасін, воно раз. Воно два. Де, там два було? А тут рядом нема? Нема. Ти побачив. А, вони, короче, коли ти можеш побачити, цей звук, бачиш, появляється? Ага. Такий, ну я не можу його зробити. А, це баба. Це баба. Опа, опа, ось все, все. Ану. Він щось обходить. Твою мать. Як асасіна. О, давай, давай, а, давай. Воно вже побачить. Подожди, з цієї сторони. А похеру, я його заб'ю. Його завалю, задушу. Нормал. Моя школа. Ацасин, блин. Ацасин. Ацасин. А де я тут, Вася? А ну, цей, ацасин. Ацаси. Ну, баклажка є. Ацасин. Може, його баклажка? Тебе є баклажка. Давай баклажка виманем. А подивись, де він хоча б. Так, оце же я хочу виманити. Так, ацасином подивись. Що за чорт? Чорт! А, воно, бля, і батін, блядь, маскировок. Бачиш? Ага, щось, блін, так ти спрячься. Мене спалит. Ой-ой! Ага, бутылка, забрасу бутылка, яка мені вообще прикольна. Ну, стой, 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 стой. Ага. Сейчас убий, да я тебе кажу. Тут труп! Давай, давай, давай. Ай, голова, молодец. Что за хрень? Там он, блядь, стерон. Что за хрень? Что-то произошло. Что происходит? Не что-то понял. Пошло не так. Опа. Да. О, давай, давай. Опа-опа-опа-опа! Давай-давай! Аааа! Вообще не палевный! Бежи в люк, ой, цей, в контейнер! Не сбишь! Там патроны, патроны у него, взял? А где он? Ассасин, нема у него патроны. Есть, и все. Ассасин, ассасин, ассасин! Да и ассасин! О, да руками его валы! Палкой! Руками, руками, сейчас меня завалы. А ты потекай. Ты потекай. О, не попал. Ну ты чувствуй, блядь, матрица. Ну, Дэвин, Дэвин, Дэвин. Ассасин. Да блин. Три патрона. Ты шо, не настиг мне кошки. Поношу, держи. А, ты бутылка. Что, ассасин? Сяду я на пляшку. Сяду, посидю. И вот и все. А, в натуре корабли, прикинь. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Берем его. О! О! Да! Что, две аптечки у меня? Три! Там мы живем. Так это ж я, блядь. Думаешь, это ты? Конечно. А я думаю, это аптечка. Ну, it's hidden. Куда? В каком офисе? Да, что, да. Вот тут, наверное. Палка у меня есть? Yeah! На! Я думал. Все, я уже злый. Компиляторчик. Не будем тянуть. Ну, блядь. Ух ты. А ну назад. Мы хотим поговорить. Нахер с такими разговорами. Мы уже с твоими друзьями поговорили. Бери пушку. Нахер пошли. О. Удирает. А можно кидать за пистолет. Бежи, бежи, бежи. Это все, сейчас будет. Бегу. Джоэл, сюда.
Бежи, 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 бежи. Блин, что ты, Валентин? Ален, Ален. Ты промазан, куда ты? А, нет, молодец. Дэвид, а, все, ты шо? Сюда, 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 бежи, бежи, да, вокруг. Оба. Ну шо, Де Ниро, блин? Блин, на кого-то он похож, да? Привет, Роб. На человека. Тесс. Джоэл. О, и так и сразу, типа. Бля, я не могу вспомнить. Я вспомнил. Ну, без обид. А, я уже не буду. Ну, что ты. Хорошо. Мы скучали. Слушай, чтобы там про меня не наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Я другую фигню сейчас скажу тебе. Наговаривай. Наговаривай. Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... Ой. А, черт. Черт. Стой. На повторю ты так и дома. Не. Особенно, наверное, вот так, чтобы... Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Алименты. Алименты даже после апокалипсиса работают. Пятый элемент. Знаешь, я бы подумала, не попытайся. Если ты один дай, то да, получается уже пятый элемент. Короче, кто прослухал, я на них кинул. Все. Дайте пару дней. Ага. Две-три недели, блядь. Где наши пушки? Мать твою. Так, на корабле. Цикад. Я продал их цикадам. Что? What the fuck, bitch? Их почти не осталось. Кого, цикад? Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. А-а-а. Что скажете? Пошли. Ну что? И Ментос достает. Супер идея. Great idea. Это плохая идея. Два патрона. В Resident Evil за такой ну, бы уже блук отрезал. Да я сейчас, если бы я мог, я пойдем бы и сейчас отрезал товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Можешь ей руку отрезать? Осталось только... Подожди, она завыла чувака, и знает, куда идти, а теперь кажет, идем туда, кудись, не знаю, куда. А, ну все, вот, все. Сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Тут же вопрос тебе. Паршиво выглядишь. Так, как и ты, блядь. Где Роберт? Что, подстрелил? Ну, может, ударил, может, укусил. Он был нужен живым. Угу. Пушки, а что нам? Он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Вот чё нет? Все заплатили, он умер, все. Поработай. Это секс. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, да? Даже больше. Мастера контрабанды. Говорю, говорите, что ремонтируют. Контрабанда сломалась. Да они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Да нет, это у нас здесь. Нам нужно. За мной. Нужно уходить. Быстро. Это кто сказал? Хочешь сделку? Так, а перезаряжено? Все нормально. Все нормально. 16 патронов. Да я могу убить армию. Вообще. И задушить из них половину. Будет стоять армия, я буду стрелять в стену. Будет стоять армия, я буду душить гуся. Мне нравится, как тебя озвучивает. Ты же всегда, когда вылазишь за лестницу, ты говоришь... Да, 100%. Передаю, блядь, как я тяжело. Передаю свою напрямую. Втома моя! О, втома моя! Втомлююсь я! Талантище! Посмотрим. Ни хрена себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Или мы к вам. Ой. Це, короче, цикады, да? А вот це главное.
Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Подковерный навык. Короче, а мы два контрабандиста. Да. Ух ты! А у ноды вы шо тут? Отвертка это. Заточка. Джоэл, помоги мне. Ну, переместить, отложить. Шо и на помощь? Что она хочет? Сразу понажать, можно обучение. Зробить эту хрень. Да. А нельзя, ты не хватает скоши. А, я уже типа зробив, да? Да, ты же одну взял. Ще можу колеса якісь зробити. А для чого вони? Якісь памят. Памят? Допустим, я ось зараз зроблю. Я не можу. Якось. Тобі на 50, а ти 30 чогось. Короче. Ну, у мене одна заточка є. Значить, я можу не що зробити, відкрити якусь двері, да? І когось зарізати. Да, давай ти відкриєш двері і заріжеш її просто пам'ять. І все, ми на цьому закінчимо. Last of Us. Будемо грати парт 2. А, можна двигати? Як це називається, що швидко проходить? Підран, блядь. А у нас буде просто підран такий. Включив ігру і виключив. Глянь, де. А бігти можна? Оп-оп-оп-оп-оп. А ти можеш її взяти на руку? Зачем? Ты сбочил. У нас есть идея. А чё сразу сбочил? Не знаю, я обычно, как бачу, какую жінку на улице, не беру и на руки. Солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Як вона знает? Все, пошли. Мы же ДХСом поставили. В группе писала в Телеграм. Группа Цикад. Эти контрабандисты любят стрелять. У нас I'm a soldier. I'm a soldier. Куда надо идти? Она сказала дверь на мосту. А мост возле воды, логично. Не делай мне вид. Не обязательно. Валили вас в дверь, ребята. Валите нахрен. О, там вот кирпич тоже. А, ще один! Вона ж сказала, їх много, багатько! Це метки, хлопці! Патрони, 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 да, гіден. Присядь, прошу, прошу, прошу. Дай, будеш? Три патрона все равно, блядь. О! Так, вона мені сюди. О, стріля! Це не грітоска. Ой-ой-ой-ой. Так вона не грітоска, вона не кіска. Чи нельзя так казати? Да? Афроамериканка? Афром Україн. I'm ex... I'm... Аааа! Як ти все стрельнув? А тепер палка. Бігом, 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 бігом. Оооо, що твори? Ох ти! Курва! Захват був вообще. Присядь, присядь, я тебе умоляю, присядь. Да я десь втечу сейчас. Патроны возьми, патроны возьми. Фонарик выключи. Да, все конечно. Надо... Або патроны тратишь, або жизни. Ну уже ладно, ладно. Все. Так, иду по шарик. Может, кирпич. Присядь, присядь. А, вин... Сядь! А ну кинь у него в этой. Можешь? А ну, можешь попасть? Еще оттуда здесь стреляют. З вікна, да? А ну, мега-моз, хой, мега, щось включилося, як. Асасін! Асасін! Осторожно! А ну, у нього може щось єсть, подивись. Дай йому в голову кирпич. А ну, получи, якщо попаде... А ну... Бля! О, от влік, диви. Да, тепер... Тоже так можна. За що я люблю Вадика? Ні за що. Значить, у нас обоюдна любов. Да. Так, о, де, де мені, дайте... А, стоп. Що там було, блядь? Нічого. Так, ну що ти мені зварить? Оцю штуку можна супа. Зробити? Хочу супа, блядь. Отмичечку. О, кольос нема. Вона якось убіжала, блядь. Опа. Оп, пляшка. Пляшка. Кидай. Сяду я на пляшку. О, дивлюсь, Степашку.
Да, именно це, що ти хочеш подивитися, коли сидиш на пляшці. Що ще робити? Коли я живу в Рашку? Блять, я думав, нахіра це, блять, що у них сяде на пляшку? А у них ти типу наказує так пішні, блять, прикинь? Да? Да, я охерів. Чувака там якось посадили, блять, прям на відео сняли. Ну все, ми типу всіх перевели, я бачу. Та вона вже убіжала. О, диви, диви, диви. Оп, що там? 6 патрончиків. На лень, викинули. Маю право. Могу себе дозволити. Так, тут ми все подивили, так? Оп, оп, оп. Оп-оп, да, ти вже тут на пляшку. Да, ти прийшов, блядь, кудись їм. Ну так собі, стратегія. Стратегія, блядь. Стратегія з мене такий. А ти думаєш, опа, ти не... Опа, кирпичі. Нафіга ти кирпичі? А хай буде, построю дачу. Неси ти дом. Такий час вернешся назад, кинеш її в себе в хаті, блядь, і потім... Опа! О, так я, блядь, король отмичав, чи вообще. Заточив. Вже недалеко. Ты заменил. Бутылку так, вниз, я так понял? Да. Наверное. Мадам, давай ты быстрейше якось. Покажите мне шлях, шлях, покажите мне шлях. О, что за дверь? Скорее не сюда. Короче, жінки. Це носять, це таскають, а цей розлікається ходить. За мной. Уже близко. Так, у них яка то як вони, логіка? Нема. Якщо треба затащити шкаф, кого треба вибрати? Треба вибрати кого? Ранену бабу. Правильно. Їй не жалко, вона скоро вмре. Мужик должен бути живий, нормально. Так як? Сили на ісході, ну я справлюсь. Я не в тебе спрашиваю. Зараз феміністки кидають дротиками в мою фотографію. А я не феміст. Я теж феміст. Ти не феміст, я не феміст. А феміст це той, хто хоче рівні права, да? Ні, це жінка. Які хоче ти зря сказав. Не обов'язково ж жінка. Що виносимо-то? Я покажу. Сори. Це жінки, які борються за рівні права з чоловіком. От так. А що, у них не рівні права? Ну їм ж треба за щось боротися. Колись вони боролись, колись були не рівні. Ну потім вони виборили. Вже ні за що боротися. Не топи себе, Валік. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от неё! Ей! Отпусти! Ой, ще заточку забрати треба. Что, уже и детей вербуете? А шо робить? Она не из наших. Вербабьяный ябью. Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Эх, заживет. Эх, заживем. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Это Элли. Де-то Тошка. Элли. Не, я думал Элли. Группа наших будет ждать. Ну Элли, это же из волшебника. Да уж, не блеснись. Из страны ООС. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати, не вернетесь, оружие не ваше. У нас в лагере. Лагеря. Лагеря. Покажешь. Такая осень. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Элли! Я пойду! Ты их знаешь? Нет. Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже а после Томми того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи меня ее бросит, к северному тоннелю бросит. И жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Не иди спорь, с ним. Не бойся, вообще ничего не делать. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Хто їй штопать буде? Гандон.
Так, давайте ми на цьому закінчимо частину номер 2 нашого проходження. Підписуйте нас на наш канал, підтримуйте нас донатами, лайками, коментарі. Пишіть обов'язково коментарі, гнівні, добрі, з любов'ю. За нього гнівні, пишіть, за мене. Може якісь вам є побажання, або ви можете нам щось порекомендувати, поміняти, змінити, зробити краще. Це ще заважаєте. Ми налаштовані на спілкування. О. Все, всім пока. Game mood. Game.